поселке Сосновый Бор сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который на личном автомобиле незаконно проник на охраняемую территорию и вел себя неадекватно. Сначала охранник поселка пытался сам уладить конфликтную ситуацию, а затем нажал тревожную кнопку и вызвал группу быстрого реагирования вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии оказались на месте уже через несколько минут. Получив информацию, прибыли, охранник пояснил, что водитель машины в неадекватном состоянии, что-то поскандалили они там между собой, указал направление и приметы автомобиля, номер, марку. Данный водитель был задержан нами, по внешним признакам находился в состоянии опьянения. На место вызвали полицию и передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, ранее гражданин был лишен водительских прав. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники Росгвардии напоминают о важности установки и использования кнопок тревожной сигнализации на охраняемых объектах для предотвращения преступных действий. Кнопка тревожной сигнализации устанавливается непосредственно на посту охраны или в помещении консьержа. Она может выполнена как в стационарном виде.